24 июня 1987 года, Казань. Торжественное открытие филиала музея имени Ленина, в простонародье более известного как Ленинский мемориал, а ныне Национально-культурный центр Казань. Мы в первую очередь свою работу строим в расчете на различные категории нашей молодежи. Здесь и школьники, и учащиеся профтехучилищ, техникумов, и студенты. Поддерживаем инициативы молодежи различных неформальных объединений. Основными целями и задачами музея был сбор, хранение, обработка и пропаганда документов, связанных с именем Ленина, а также с историей коммунистической партии и советского государства. Основные формы работы – лекционная пропаганда и выставки документов. После выхода знаменитого антикоммунистического указа Бориса Ельцина решением Казанского горсовета в сентябре 1992 года Ленинский мемориал был реорганизован в Национальный культурный центр «Казань». Ныне это выставочный досугово-развлекательный комплекс.